Новус, шаффлборд и джакалом. В эти игры теперь будут играть члены общества инвалидов Ненецкого округа. Покупка настольных игр для людей с ограниченными возможностями здоровья стала возможна благодаря полученному гранту. Как играть, а главное победить, рассказали на специальной презентации. Вот так. Специальная доска и фишки – это игра Джакова, гаванский бильярд. Правила игры на первый взгляд просты. Игрок должен попасть фишками в специальные домики. За каждое попадание начисляются очки, но есть исключения. Если сразу во всех домиках закрыты позиции, очки удваиваются. Вот в этом и есть весь азарт. Эту игру, а еще «Новус» и «Шаффлборд» общество инвалидов закупило на средства гранта. Из окружного бюджета они получили 60 тысяч рублей. Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут в полной мере почувствовать себя и морскими волками, и кёрлингистами. Ведь настольные игры «Новус» и «Шаффлборд» – прототипы таких игр, как «Морской бой» и «Кёрлинг». Они максимально адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья. На этих играх может играть любой инвалид с любым заболеванием, то будь опорник или у кого-то даже кисти нет руки. У нас очень интересно было сейчас в Крыму молодой человек, он вообще, у него нет обоих кистей, но он все-таки умудрялся, играл и бросал эти фишки. Игры тренируют глазомер, вырабатывают координацию движений и силу воли. Вот сегодня мы тут поиграли, я смотрю, насколько увлеченно они занимаются. И оказывается, не так просто. И они же все эти игры со смыслом, они все нацелены на подготовку, не только физическую подготовку для людей с ограниченными возможностями, на поддержание здоровья, но еще и где-то умственно надо так очень серьезно думать в этом плане. Кстати, состязания по этим настольным играм включены в программу соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители нашего региона уже выступали на всероссийских соревнованиях и имеют первые награды. А теперь, по словам председателя общества, медалистов среди членов организации станет намного больше. Ведь сейчас есть где тренироваться и оттачивать приемы. Алена Валеева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».